Всем привет! Сегодня готовим творожный пирог с персиками. Просеряем масло с сахаром. Постепенно добавляем муку. Дальше идет разрыхлитель и соль. Смешиваем их. И замешиваем тесто. Теперь готовим начинку. Смешиваем творог с сахаром. Добавим лимонный сок, яйца, перемешиваем до однородности. Персики нарежем дольками, выложим на салфетку, чтобы впиталась лишняя жидкость. Немного вдавливаем их в начинку. Вкуснейший пирог готов! Приятного аппетита!